Всем привет, дорогие друзья! Извините за посторонние шумы, если будут, потому что снимаю я со звука. А не озвучиваю, как я это обычно делаю. Так, и сегодня я скачал GTA San Andreas Multiplayer. Уже подкопил на 7500, теперь у меня 7500 уже, да. И я не знаю, сейчас выполнять квест или идти на работу. Наверное, все-таки пойду на работу. Так, завод... Шахта, доставщик еды, склад продуктов, стоянка автобуса, стоянка мойщиков, стоянка механиков, такси, такси, дальнобойщик. Ну, в общем, много работ, ребята. Вот так вот. Ладно, давайте поедем, не знаю, наверное, на доставщик еды. А это вроде бы рядом. Так, рейндж-роверы что-то там делают. Ну, в принципе, не суть, а... Арендуем. И поехали. Так, звук я выключу. Продолжим. Потому что я не хочу, чтобы... Ну, звук какой-то... Мне раздражающий. Вроде бы светофор тут как-то не работает, как в Барвихе. Ну, насчет штрафов. Но он есть. Ай-яй, я не понимаю, вроде бы это мне штрафы не записываются. Так, так, это вроде бы сюда. Так, и здесь, да? А, нет, вот-вот этот ресторан. Да. Так, что-то я тут заехался. Да ё-моё, что там происходит? Опять вибрация какая-то. А где? Ну ладно. Ой, ой, ой-ой-ой. О, повезло, повезло. Я это нашел. Наверное, ролик будет без монтажа, извините. Я достиг места назначения. Спасибо, я не понял. Аренда рабочего транспорта, как обычно. Смотри, я не работаю. А как работать? Так. Я не понял. А как работать? Ну, мне надо, я так понимаю, то ли одеться, то ли... Ага. Понятненько. Что ничего не понятненько, надо ехать в... Понятно. Минус 50 долларов. Сейчас мы... Так. Делаем вот так вот. Так, теперь арендуем. Арендуем. Ну, алло, я хочу арендовать. Что делать? О, подожди, Ну, хотя бы сбил. Так, 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 так. Пишем, подвези. Стой ты, наконец. Так, подвези. Я взял машину. Ну что, пропал, чешу. У меня еще и нет водительских прав. И что мне делать? О, наконец-таки. Так. Едем в администрацию области, или я не знаю, как это тут называется. Наверное, мэрия. Поехали туда. Так, понятно, ребята. Эта игра весит там сколько? 2 гигабайта почти. Ну, когда ты уйдешь. Так, куда мне ехать вообще, я забыл. В смысле, я не вижу, ну ладно. Где этот значок? Я надеюсь, мэрия недалеко. Ну,
Да, в принципе, так. Ладно, газуем как можно быстрее. Видео, я так понимаю, без монтажа будет. Чего себе машинка? Извините, но ничего страшного. Один ролик без монтажа. Возможно, сегодня будет ФНАФе. Я не знаю, будет, не будет. Возможно. Но это не точно. Если что, ждите ролик по ФНАФу. Будет, должен быть интересным, хотя я ничего там не разбираюсь, ладно. Так, тут подлагивает, ничего страшного. Полиция, ну, не самое. Что, вот это да, посмотрите на это, ДХТР. Ой, фу ты, Skyline, я так понимаю. Ну, собственно, да. Ладно, идем сюда. У меня первый левел. Сейчас посмотрим, что мы можем сделать, чем зарегистрироваться, да? Кем, точнее. Трудоустройство. Создать семью. Переименовать семью. Огошеньки, гугу. Ладно. Мы поняли, это дорого. О, наконец-таки. Водитель автобуса второй. Мощник дорог третий левел. Такси. Ну, да. Не особо, не особо. Ладно. Ладно. Так, что у нас здесь интересно? Интересно. Тут особо ничего нету. Куда-то надо зайти, ну ладно. Так, там список семьи был или что такое список семей? А выбрать? Я не понял. Может, я семью хочу выбрать? Эй. Ну ладно. Потом посмотрим, потом посмотрим. По крайней мере, я понял то, что мне надо первый и второй левел, и я пойду водителем автобуса работать. Я могу угнать. Не угнать персонаж. Не угнать. Бежим на всякий случай. Так. Ой-ой, тут вылетели. Ну, мне надо скутер откуда-то взять. И снова писать ГПС. Так, мне надо транспорт и сервисы, автосалоны, прочие. Так. Важные места, хорошо. Больница. О, автошкола. Далеко не? Далеко ли? А где она? Ну что-то рядышком я не наблюдаю. Обидно. Она, походу, очень далеко. Ага, вот она. Да, это очень далеко, ребята, так что если сдать на права, это очень долго, далеко. Поэтому сейчас просто побегаем, я не знаю, потому что у меня ничего нет, скутера нет. А можно я так за руль сяду? Для меня напишет нету прав. Да не, за руль. Во, да. Блин. Так бы мог бы угонять, я не знаю. Хорошо. Не сдаемся. Не сдаемся. Семейный транспорт. Машина копов. Да. Что нам делать? О, банкомат. Ого, банкоматы есть. Так, что нам делать? Что нам делать? Надо что-то думать, думать, думать. Пишем ГПС работы грузчик. Вот грузчик достаточно выгодно. Вот нам надо идти на грузчик. Так, сейчас пишем. Подвезите. Пишем. Посмотрим, что нам ответят. Ну, алло, подвезите. Видно, у него нет машины.
Ого, тут тоже какая-то Феррари. Подвези. Ну. Подвезите. Ну подождите, куда вы убегаете? Ладно, ребят. Ничего у нас не получилось. Ну ладно. О. Ладно. Нет, это не надо. Ладно. Всем удачи и всем. Пока-пока. Возможно, будет у нас ФНАФ сегодня. Да, и, наверное, Чоко Бро или Энди Фу присоединится со мной играть.